Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости. Продолжаем подготовку к зиме. Хотя, ребята, на дворе жара, у нас за 30 градусов. Вот. Ну, как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой. Значит, мы, ребята, поставили на обогрев бесплатного, ребята, козла. Вот козел. То есть козел — это обогреватель старой, ребята, формации. Ему лет, наверное, 40, не меньше, этому обогревателю. Фирма Hyundai Корея, то есть произведен еще, по-моему, в 20 веке. Имеет три спирали отражатель. Мы его, ребята, отрегулировали, значит, 1 к 70. То есть одна, у него три спирали по 2000, в общей сумме 2000 ватт, 2100 ватт. Отрегулировали его 1 к 70. Нагрев стал менее, но достаточно, чтобы, ребята, протопить. Но зато нагрев идет бесплатно, так как ток, ребята, откатывается. То есть благодаря реле Амрон, вот она, ребят, реле Амрон, что мы применяем, вот. Один, значит, 1/10, видите, всего подаем питание, а 7 секунд идет откат тока, то есть расход нулевой. По схеме, ребята, что, как говорится, система всегда нагревается быстрее, вернее, остывает дольше, чем нагревается. То есть мы дали 1/10, оно за 7 секунд не остыло, а наоборот еще это самое, еще через 7 секунд еще сильнее подогрелось. Сейчас посмотрим, ребят, какой прогрев системы. Так. Прогрев 127 градусов. То есть вполне нормально. Вполне, ребят, нормально. Можно обогреваться. Она, видите, не светится, потому что, как говорится, не успевает накалиться, но прогрев есть, как вы видели, 127 градусов. При этом, ребят, расход системы 0 ватт, как вы видите. Взял, вот видно. Взял и вернет сейчас. Как вы видите, счетчик производства Германия. То есть счетчик отличный. Претензии к счетчику прошу не писать, как вы любите. Потому что счетчик очень точный, проверял его не один раз. В общем, повторяю еще раз. Система такова. Козел, ребята, с открытыми спиралями 200. Но питание мы подаем не беспрерывно, а 1 к 70. И получаем, ребят, небольшой нагрев 127 градусов. Которого вполне достаточно, чтобы обогреть комнату, значит, размером до 100 кубических метров. А сейчас я покажу схему этого изделия. Схема уже мною, ребят, нарисована еще загодя. То есть я загодя нарисовал эту схему. Осталось вам ее показать и рассказать. Итак. Вот она схема. Поширше ее сделаем. Так. Итак, ребята. Козел, значит, трех спиралей открытый. Реле Амрон 1/10 и 7. 1 к 70. Получается, ребята, в итоге нагрев 120. Вот. А и 2000 ватт. Козел БТГ, ребята, для обогрева. Расход, ребята, 0 ватт. Расход 0 ватт. Благодаря тому, что мы подаем только 1/10 секунды, и он уже успевает прогреться. То есть, благодаря, ребята, большой тепловой инерции этого козла. Благодарю за внимание, всем удачи и стального железного богатырского здоровья.